Коля, Коленька, разверни полностью салфетку. Его нужно как-то... Сейчас. Я понял. В соседнем кабинете... В соседнем кабинете раковина и так далее. Салфеточки я сейчас туда положу. Спасибо. Если руки становятся скользкими от слизи, жира и так далее, пойти и вымыть противень. Взял рыбу. За брюшко. Аленочка. А, все, молодец, молодец. Миха, двумя руками. А попробуйте положить спиной вот это. Не будет удобнее? Вот посмотрите, как ребята работают. Алина, лучше с этой стороны стоите. Хватит. Не спеши. Не спеши, а куда? Еще немного. Все, дальше не ходи. Женечка. Не, просто ему неудобно ассистировать. Разверни рыбку, чтобы у него к нему была голова. Да, Колечка, а ты держи ее за голову, двумя руками. Умничка. Ага, все. Вот. Все, все, аккуратно, дальше не надо переходить. Все, дальше не надо. А пленочки вы сначала протерли? А, точно, пленочки. А, да. Я сейчас съездила. Ассистент, собственно, твоя работа. Разводить сторону. Так, все. Давай, тампон. Тампон. Ваша задача сейчас... Ваша задача сейчас не на готовку, а вот чтобы все осталось. Игорь, ты расправляй, если она будет... Я имею в виду ткань, которая расправляет лицо. Я старался. Нормально, нормально. А ты почувствуй, как она упрется туда. Подожди, смотри, ты, по-моему, мышцы. Игорь, возьми вот так вот, помоги. Вот так подержи. Вот. А Коля почувствует мышцы. Спасибо. Там грыни режу. Ты не дошел. Вот. Ну, ладно. Все, дошел. Ой, смотри. Мне руку, пожалуйста, не трешь. Давай. Так, пальцы пройди, не сломай. Ребра. И как? Ну, вот это вот. С икрой. Так. У вас девочка, да? Да. Да. Что, такая мощная девушка, супер девушка. А и супермен она есть. Коля, так. Коля, поменяй ножницы стороны. Острый, да, туда. Да, да, да. Главное, себя не разрежь. Я держу ее. Я тебя там не режу. Скажи, когда буду 50 сантиметров. Нет, ты меня там совсем не режешь.
Да. Это все нормально, наверное. Мне так не спрашивай, не заденешь. Да, о, я вошел в селезенку. А вошел? Да. Молодец. Так. Так, я беру себе. А я забыла. А может хватит? Нет, нет. Денег, да? Еще до плавников. До плавников. Я это больше надеюсь о тебе. Ну, нормально, нормально. Нормально прешь. Можно тебе? Позовем Андрея Николаевича? Подожди, устали пальцы. По-моему, у вас все очень хорошо получается, ребята. Так, подожди. Подожди, что-то я не уверена, что здесь надо резать. Я совсем не уверена. Я совсем не уверена, что здесь надо резать. А у других что? Ой, она у каждого... Да пусть! Ну, у Игоря с Колей мужчина. А у Миши... Сейчас посмотрим, что... Где Андрей Николаевич? Сейчас подойдет. Может, подожди, не, подожди, подожди. Подожди, Андрей Николаевич. Я отрежу этот кусок. Не, не надо. Ты помнишь, откуда его отрезали? Да, я тоже не помню, дайте, откуда, понимаешь? Вот посмотри, подойдем. Вот он там лежит. Вы можете подойти? Да, подойти можно. Подожди, что я надо? Что надо посмотреть? Ребят, вы можете подойти. Да, вот смотри, надо дорезать до этой штуки. Вот здесь будет перикардиальная штука. Вот так вот там. Да, и нам надо дорезать до нее. Да. Я ее сейчас... Отсюда порежь, попробуй отсюда порежь. Да? А подожди, стоп, смотри, разверни к себе спиной. Да. Игорь, помоги, возьми. Спиной к себе, спиной. Головой ко мне. Спиной к себе, головой ко мне. Ко мне спина. Головой ко мне, спиной к себе. Идеально. Да. Здесь тихо-тихо, смысл не в быстроте, да? Обкачивай. Смотри, сейчас она... И двигайте сюда на середину. Молодцы какие. Коленька, двумя ручками. Молодец. Там тут. Все, и уже начнем. Да, где там? Вот сердце. Да, сейчас смотри. Так. Ну, очистите вот эту. Нет, нет, подожди, не надо. Я просто уберу. Это кишечник. Ну да, она не бякала, она мне жить мешает. Пальцем это сделаю. Да и дай мне. Так. Селезенка. Зеркальная карта лучше режется, чем еще. Так, может, там хватит там трогать? Подожди. Сердце не будет. Ой, ты видишь? Оля, это пальцы можно убрать. Оля. Удачи. Сэр, ну, холодно.
О, молодцы, что сказать. Теперь аккуратненько удалите жировое тело, если надо. Так, это не ножницами. Ножницами здесь не выйдет, конечно. Только не спешите. Вот если не спешите и не дергаться, то все получится хорошо. Так, ну, о, васамочка. Так, ребят. Так, подождите. Кладите. Так, народ, подождите. Посмотрите, как выглядят яичники. Вот как выглядят семенники, вы все видели. А вот эта большая зернистая масса – это яичники, заполненные икрой. Идея понятна? Хорошо. Что с ними делать? Сейчас показываю. Первое. Помните вот этот пакет общий для всех органов, да? Вот, его аккуратненько зацепить и разрезать. А потом вести на воду. А потом пальчик. И аккуратно пальчиком. Стенки яичника очень тонкие, поэтому их легко повредить. А что будет, если повредишь? Высыпется все. Все это играет. Потечет, конечно. Он не столько высыпется, сколько растечется. Вот так вот, видите? А какого примерно размера достигнут деревья, когда... Ну, у этих уже не достигнут? Примерно такие. А примерно такие? Да. У карпов мелкая. То есть они уже довольно большие? Да, конечно. Ну, вы видите, какой объем? Угу. Поняли же, какой объем? Да. Вот давайте. Освободить яичник одной стороны. Да. Оставить тот яичник, который с той стороны лежит, да? Что через? Можно вот через анальное отверстие? Нет, через анальное отверстие вы икру не выберете никогда. Дело в том, что они даже психитры предохранить поставят. Для этого надо вот здесь прорезать. А можно так сделать? А зачем? Да, зачем? Для того, чтобы испачкаться, как-то. Хорошо бы подровнять немножко вот здесь участок, а то у вас здесь неаккуратно лохмотья. И после этого аккуратненько разобрать петли кишечника, вначале для того, чтобы освободить и показать желчный пузырь. Здесь, а вы не убрали жировое тело. Вот видите, у вас хвост его. Значит, убрать вот эти лохмотья, чтобы было чистенько и красиво. Какие лохмотья, чтобы было тут? Так, ну, лохмотья сейчас уберем. Не вот здесь, а вот здесь. Вот для того, чтобы вот этих лохмотьев не оставлять. Возьми эту. Ну, так. Вот эта штука хорошо держать. Вот эта штука. Уйди, пожалуйста. Она, чтобы она не скользила. Она не скользила. Нет, тут не будет. Передняя стеночка хорошо устроится. Богатырь. Аккуратненько строить перекат. Что-то сдулось. Ты уверен, что... Как тебе повернуть? Тупой стороной вниз, ребята. В любом случае. Перепроверну. Нет. Район желчного пузыря не трогайте. Удалили. Молодцы. Давай. Бережно. И все. Оставьте. Да я сейчас просто положу к этой всей ужасу. Да что ужас? Вы молодцы. Хорошо. Хорошо освободили. Видно. Так, ага, желчный пузырь аккуратненько не трогать.
все. Считаем, что... Не надо, не надо. Не трогайте, раздавите пузырь. А где у него печень? Я что-то не вижу. Да вот печень. А, да вот? Вот она. Угу. Вот это видите, кусок... вот эта однородная масса? Да. Это весь кусок этой печени. Вот. Вот это печень, а вот это... Ну, давайте сейчас пленочку здесь уберу. Да. Получается, когда выносят эту еду, у нее жира практически нету. Да. Ну, дело в том, что все запасы ушли на формирование, конечно. И дело в том, что каждая икринка содержит порядочное количество запасов питательных веществ для развития. Ясно, что тело мамы отдало потомству просто все. Понятно, что вот эти петли кишечника пошли? Да. А вот эта печень? Угу. Угу. И типа хочется все, что не дойдут до почек? Почки с спинной стороны. И потом их все равно у рыб-то, это у млеков почки как два отдельных образования. А там вот такая лента темно-бурого цвета, вот такого же цвета. А можно вытащить семью? И все сразу зальет кровью, Коль. Вот после того, как сделаете зарисовку, у вас еще осталась последняя часть работы, зарисовка. Вот теперь руки вымыть. Я к вам обращаюсь, господа. Сердце вам. Да, сердце работает во всем. Сейчас образцовые рисунки я вам положу, чтобы вы видели. Пойдемте, вымоем руки. Да. Вот это да. Все зависит от того, какой еды поели. А какой еды он поел? Какой еды наш поел? Скорее всего, он поел каких-то комбикормов, поскольку это, естественно, не вольная рыба, выращиваемая на ферме. И кормят их там комбикормом. А наша это что поела наша тоже? Другие какие-нибудь комбикорма. Сердце очень крупный орган. Да, вот так вот, да, вот держать голову, да. А вот на практикуме, если вот так проткнул пузырь, это печально? Ну, конечно, печально. Научные медикации. Называется плавательный пузырь. Ну, да. Он поменял форму сразу при этом. А ведь задача у нас разобраться в положении и форме внутренних органов. Видите краешек желчного пузыря? Вот. Если бы самка была бы, как у нас. Угу. Вон, видите, гормоны. Да, теперь... Семенники. Все. Собирайте весь мусор в мусорный пакет, все тампоны. Вот такие хорошие куски не являются мусором. Вот это вот все в мусорный пакет. И пошли мыть руки. Стул это вот. Ваша задача сделать зарисовку. Ань, только они сами работают. Анечка, они сами работают. Ну, давай тогда мужчина будет обойти. Так.
Ломать не строить. Я вас не слышу, Коль, подойдете. Ради бога. Но сначала выполнить задание. Конечно. Не всю. Мишань, возьми большие ножницы, потолще. Вообще мне удобно. Ну. Все. Тупой внутрь. Так. Так, ребят, вот здесь стол с демонстрационными наработками, да? Пойдем, я вот так. Ну, это встречающий стол. Хотя длинный стол на два часа. Нет задачи не рисовать всю уровень. Самое главное, зону вскрытия. Так, что будет. И составить минимум. Это что? Без изображения головы и хвоста. Ради бога. Можно попробовать в полутеневой технике, потому что это не совсем заливка, здесь, видите, градиенты есть. Ну, а вообще, в принципе, вполне достаточно будет, если заливка. Вполне достаточно. Главная идея – показать границы внутренних органов, их взаимное положение, их размер и тому подобное. Не будет. А какая разница? С кем побежал? Да, это они. Все, достаточно. Посмотрите, все, что можно увидеть, вы открыли. Вот это темное пятно, понятно? Да. Так. Однородно Игорь, держи вот так, чтобы она не двигалась. Что вы шептите? Чтобы до сердца достать. Просто только что руки помнят. А кто предложил достать до сердца? Все открыли сердце. Ну, как хочешь. Просто смотри. Почувствуй вот эти вот лишние мышцы, которые надо обрезать. Там я думаю, что перекарти нету. Которые надо обрезать? А вообще мышц нету. Никаких. Вот он. Ты его разрезал. Блин. Это уже бесполезно. Да. Нет, сердце. Сердце разрезал? Да. Нет, если бы разрезал сердце, был бы фантаз. А так всего лишь. Да, давайте-ка глянем. Что его просто ранил? Ясно. Немножко глубже. Освободимся. Я же сказал, что ты жир. В данном случае это не жир, это гонады. Нет, я не вскрыт. Ага. Так. Вот. Я вам освободил свод желчного пузыря. Так, тампон. Ну, убрать, чтобы не кровило. Все. Все, что пузырь надо открыть, открыли. Теперь весь мусор. Что это такое? Ты про секрет-то кровь, ага. Так? Так.
здоровье с тем сердце, поскольку кровь из него выпала, она уходит. Нет, это боли. А хоть это А кто я здесь делаю? Ты где? Ты первым держишься. Коль. Одно из похожих основных сердцев – это падение артериального давления. Ну что, уже больше не будет? По-моему, все же. Ну, один не болит. Берете вот эти одноместные столы и представляете сюда так, чтобы вам было удобно и хорошо видеть. Разглаживалось. Стол был чистый. Простые рисунки вот они. Можно посмотреть, справлялись с такими задачами. Если хотите, я вам еще десятках положу. Так что ясно, что для вас некоторое количество биошкольников подобные задачи решают. Как ни странно, вполне достаточно. Ни одной лишней линии. Все нужно на месте. При том, что рисунок очень просто. Вот еще лучше.
Темно-малиновая – это печень. Это печень, а она А вот это петлекишечник. Это петлекишечник. Да. Вот, ребят, когда препарат подсыхает, становится существенно проще определить контур органов. Понятно, да? Вот это петли кишечника, вот это печень, вот это желчный пузырь, селезенка, плавательный пузырь. Да. Яичник. Угу. Да, спасибо. Угу. Спасибо. Где у вас семенник, понятно? А вот он видно. Это семенник той стороны, противоположно. Вот его граница. Вот это петли кишечника, вот эти полосочки, жировые тела между петлями. Печень какого-то странноватого, нетипичного цвета. Обычно печень темнее. Вот. Здесь очень светлая печень. Вот она. И вот желчный пузырь. Ребят, в деталях прорисовывать голову вовсе не обязательно. Задача – размер и форма, и положение внутренних органов. Ведь мы же именно эту задачу решали. Ну, давай освободим немножко петельки. Нет, как раз вот это очень типичный цвет для печени. В норме печень такая и есть. То есть это хорошая, здоровая печень? Да, да. У нее. У нее, поскольку это была барышня. Ну, конечно, была. Сложно быть барышней с классным вскрытием. Я бы сказал, сложно оставаться барышней. Можно вот ножницы вырвать? Нет, нельзя. Еще мешает, конечно. Сейчас сделаю так, чтобы не мешало без всяких ножниц. А где ее сосуды, пожалуйста? Сосуды, как по-твоему, они... Внутри внутренних органов или между органами, а вот валяются, насыпаны? Внутри. Внутри. Между ними должны быть крупные? Разумеется. Между сосудами, конечно, нет. Подсоединение всех органов не последовательное, а параллельное. Так? А те участки, по которым кровь подведена к сосудам, я специально оставил целыми. Но если бы я их разрезал, эти участки, все, да, все поле было бы залито кровью. Просто. Так, внутренним органам, вот большая часть полостных органов, кровь идет по брыжеечным артериям, которые здесь нет, от спины. Остались целыми. Вот теперь понятнее? Нет. Вот, нужно вот это. Так, сейчас, секунду. Ну, давайте я вам сделаю частичную раскладку. Да, конечно. Вот что я сейчас освобождаю? Одна из петель кишечника. А вот это. Вторая петля кишечника. А вот это третья петля кишечника. Вот теперь понятнее? Да. Вот. Спасибо большое. Вот они. Лежат петли кишечника. Коль пыпать зондом не очень понимаю куда, занятие не самое лучшее. Так. Вот эта вот доля печени,
Вот этот желчный пузырь, вот этот пятый кишечник. Угу. Угу. Пожалуйста.